Блин, я тоже хочу стать блогером. Не голодный он. Чебуреки, беляши свежие, лепешки. Слышь, хот-дог, а ты адресом не ошибся? Да нет, вроде. Ты уверен, что свои булочки правильно пришвартовал? Я не понял, в чем вопрос вообще? Я рекламирую наши... Так, а сколько у него подписчиков? 41 миллион 300 тысяч. Так, все, я хочу его обогнать и сделать 100 миллионов. Потому что я тоже хочу быть таким крутым, как он. Так, вот я уже в магазине. Это карандаши. Это нам не надо. Это фломастеры. Это нам тоже не надо. О, фига себе. А вот это штативчик нормальный. Это мне надо. Круто. Сейчас расплачусь и пойду домой распакую. Молодой человек. Вам пробить? Давайте. А, держите. А сколько я должен? 150 рублей вы должны. Ладно. Держите. Так, спасибо. До свидания. Ха. Так, распаковочка. Берем ее. Как тут? Так, отлично, теперь точно блогером стану. Вот это штатив, конечно. Так, как он работает, интересно. Так. Двигается что-то. По-моему, это совпал какая-то, а не штатив. Кнопка какая-то. Странно. Так. Меня обманули, совпал какая-то. Хотя это выдвигаться, походу. Да ё-моё, как одной рукой не снимать неудобно. Как это выдвигается вообще? Ой. А, понял, вот. Что-то такое. Теперь это как-то ставится. Удобная вещь. Так, теперь я точно стану ютубером. Ну, вроде фон сделал. Сейчас как-то. Скажи, что-то сломал. А нет, ничего не сломал. Да как теперь настроить? Сейчас точно что-то сломаю. Так, теперь надо придумать приветствие. Так, привет. Всем привет. Друзья. Здорово. Блин. Точно. Всем привет, дорогие друзья. Засниму свое первое видео. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я сделаю обзор вам для... на... Блин. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я вам сделаю обзор на Хаги-Ваги. Купил я его за 250... Или сколько купил? Майя, за сколько я купил Хаги-Ваги? Так, не умничай. Это я купила, а не ты. Мама, ну блин, я снимаю. Можно было хотя бы шепотом на ушко сказать. Так вот, купил я его, допустим, за 250 рублей. Он вот такой синий, есть липучки. Так, вот. И лапы вот такие. По-моему, круто. Он очень пушистый. Глаза не отваливаются. Всем пока. Так, сколько у меня просмотров? Ничего себе! 2 миллиона просмотров с новым первым видео. Интересно, сколько подписчиков? 124 подписчика. Не густо, но круто. Вот такие часы я сегодня вам показал. Всем пока-пока. Вот это да, почти миллион подписчиков. Я уже догнал того ютубера с самого начала. Столько лет на ютубе уже. Почти 100 миллионов подписчиков. Ой, поехали.
Ура, наконец-то 100 миллионов подписчиков. Я обогнал того ютубера.